Получить диплом об окончании профессионального обучения – уже большая радость для любого юного специалиста. А получить красный диплом, окончив учебное заведение с отличием – двойной праздник. Эмоции замечательные. Ну, как бы, всегда, когда достигаешь цели, ну, приятное чувство на душе, то, что ты достиг, ты это сделал, поэтому все круто. Выбрать профессию бывает сложно, но некоторые выпускники признались, что интерес к специальности возник еще в детстве. Я с самого детства мечтал попасть на работу, на корабль, именно вот, чтобы пойти работать и как бы в армию. Определился еще в классе третьем и решил пойти вот по поварской линии. Ну, я с детства увлекаюсь всякими компьютерами, техникой и так далее. Вот, поэтому это как-то пришло, это изначально переросло в хобби, а потом я решил просто выбрать ее как дальнейший путь развития, ну, моей профессиональной уже карьеры, и поэтому поступил в техникум. Преподаватели рассказывают о своих выпускниках с теплотой. Их подопечные всегда были активными, участвовали в творческих конкурсах, профессиональных соревнованиях и, конечно, хорошо учились. Студенты с нашей группы, которые сегодня получают красные дипломы, это действительно заслуженная, реальная их победа над собой. И мы очень гордимся ими, что у них будет красный диплом. И надеемся, что они реализуют себя в дальнейшем. По мнению заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева, сейчас поступить в колледжи и техникумы совсем не так просто. Большой конкурс и вступительные экзамены довольно сложные. Лет буквально 7 назад в стране произошел, я бы сказал, бум развития среднего профессионального образования. И сегодня мы видим его результат. У нас с каждым годом увеличивается количество выпускников средних профессиональных образований, которые заканчивают колледжи с отличием. И даже в этом году у нас есть небольшой, но тем не менее прирост относительно прошлого года. Торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам СПО была организована впервые. Теперь в Севастополе планируют сделать этот праздник традицией, собирая лучших из лучших каждый год. Марина Шумейко, Сев-Информбюро.